Количество сезонных больных с COVID-19 в области не увеличивается, как в прошлый осенне-зимний период. Однако ему на смену пришли ОРВИ и грипп. У последнего преобладает штамм H1N1. Как пояснил министр здравоохранения региона Андрей Иконников, течение болезни тяжелое. Врачи настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и при наличии симптомов обращаться к специалистам. За 49-ю неделю было обращений 14 тысяч, за 50-ю 15. Ну, то есть, если мы возьмем предыдущую, то было 7, потом стало 12. При этом всплеск заболеваемости не прослеживается в тех муниципалитетах, в которых школы перевели на дистанционку, а детсады в режим дежурных групп. Дети и подростки до 15 лет составляют менее трети всех зафиксированных случаев. Есть там незначительный рост, там 0,2, 3, 6 лет, 7, 14, но они абсолютно минимально. Ну, говорят о том, что в основном у нас и сейчас все дети находятся в дистанционном формате. Медики напоминают, посещать больницу необходимо в маске. Желательно носить ее и в общественных местах, хотя вводить обязательный масочный режим в регионе пока не планируют. В целом региональная система здравоохранения готова к повышенной нагрузке. Видим, что заболеваемость стабилизировалась и управляемая ситуация по заболеваемости во всех муниципальных образованиях. Количество коечного фонда во всех медицинских организациях, это инфекционный коечный фонд, он у нас имеется, и пациенты с ОРВИ и гриппом лечатся там. К сожалению, многие пренебрегли возможностью заранее сделать прививку. От гриппа вакцинировались около 48% взрослых. Сейчас бесплатная программа в области уже завершена. Но желающим могут поставить укол, только препарат будет необходимо приобрести самостоятельно. Наталья Войтенко, Влад Калинин, Эдуард Горелов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.